До релиза Бутхила осталась всего неделя, в то время как мне на голову свалилось множество работы, так как уже завтра выходит в релиз Wuthering Waves, и по этой игре тоже хотелось бы успеть снять какой-то контент. Но я не хочу оставлять вас без предварительного обзора на одного из самых высокоожидаемых героев Honkai Star Rail. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим на то, как работает Бутхил, разберем под него некоторые отряды и, естественно, протестируем данного персонажа в забытом зале. Заранее скажу вам, что не стоит воспринимать это видео как серьезную аналитику. Просто представьте, что вы впервые зашли в тестовый забег, только прочитав до этого навыки персонажа. Именно на таком уровне понимания я и записываю данное видео. Ведь для более глубокой аналитики у меня существуют гайды, где мы разбираем все куда более ответственно. Это же видео существует просто для того, чтобы вы могли сами сделать какие-то выводы относительно персонажа, и, возможно, послушать мои мысли на этот счет. Конечно же, не забывайте, что данное видео снято на тестовом сервере и не отражает финальное качество продукта. Кстати, прямо сейчас мы идем к отметке в 20 тысяч подписчиков. Так что если вы еще не подписаны, то возможно именно сейчас пришло самое время это исправить. Сейчас на ютубе не так-то и просто делать контент, поэтому ваша поддержка важна как никогда. Кроме всего прочего, не забывайте про телеграм. Там я публикую все самые свежие новости по Honkai Star Rail и не только. Ну а я не буду больше тянуть. Итак, прямо сейчас на ваших экранах находится Бутхил. На самом деле, в свое время самый ожидаемый персонаж этой версии. Не думаю, что сильно многое поменялось, потому что зарянка подходит далеко не всем, и многие ее собираются скипнуть, поэтому почему бы не обсудить этого нового персонажа. В этот раз я не буду ударяться в его внешний вид и так далее, потому что все это, как показала практика, нам абсолютно не нужно. Сегодня будет только чистый геймплей в забытом зале и обсуждение отрядов и различных фри-то-плей сборок под него. Ну и спойлер, на самом деле их не очень-то и много, что вы увидите по ходу видео. Что ж, давайте я не буду больше тянуть, приступаем непосредственно уже к геймплею в забытом зале. Как вы уже поняли, отрядов под Бутхилла существует не так уж и много, все-таки это брейк мета, и пока персонажей у нас в игре еще не сильно много. Собственно говоря, самый базовый отряд, который в первую очередь приходит в голову, это отряд главный герой, Бутхил, Жуань Мэй и Галлахер. И тут все довольно просто, потому что все их механики буквально завязаны вокруг пробития. Однако, самая главная мысль, которую я хотел бы сказать перед тем, как мы начнем проходить этот уровень забытого зала, это то, что без ГГшки, без мнимого ГГшки, Бутхил не играбелен. Как и в принципе вообще вся брейк-мета. То есть да, все равно урон какой-то будет, он не будет прям совсем маленьким, но просто то, что дает вам супер пробитие, нельзя заменить ничем другим. Возможно, в будущем выйдут саппорты, которые будут тоже уметь работать с этим супер пробитием, но пока конкретно так умеет делать только КГ, так что он для вас просто обязателен. Так что, возможно, это мотивация для вас прямо сейчас начать сборку этого персонажа, если вы еще вдруг это не сделали. Хотя это очень странно, учитывая, что для будущей меты она будет невероятно полезна. Что ж, и давайте теперь начнем. А в первую очередь мы, естественно, будем тестировать именно сборку Pay to Win. Ну, в каком смысле Pay to Win? У нас будет сигнатурный конус на Бутхиле, сигнатурный конус на Жуань Мэй и, соответственно, конус Коколи на ГГшке. И на Галлахере у нас стоит его сигнатурный конус, покупающийся в магазине забытого зала пятого наложения. Ну, то есть, не сказать, что прям очень тяжело получаемая сборка. Но надо все равно понимать, что определенные ресурсы для этого в любом случае надо было потратить. Итак, давайте начнем наш бой конкретно именно с Жуань Мэй. Потом дальше мы используем Ешку на Бутхиле, Ешку на ГГшке и начнем с Галлахера. Ну а теперь немного подробностей конкретно именно про Бутхила. Дело в том, что у него есть довольно интересная Ешка, которая позволяет нам войти в прямую конфронтацию с врагом. То есть мы можем вступить с врагом в дуэль. И давайте это и сделаем. Когда Бутхил вступает в статус дуэли с каким-то врагом, то теперь враг непосредственно атакует только Бутхила, а Бутхил атакует только этого врага. Их урон взаимно повышается друг по другу. Урон по врагу от Бутхила повышается на 30% на 10 уровне навык, а у врага по Бутхилу на 15%. На самом деле, не сказать, что это прям огромное увеличение с точки зрения врага, но все-таки надо понимать, что так или иначе Бутхилу будет необходим какой-либо хил, а уж тем более какая-нибудь Фусюань, что довольно быстро приходит в голову. Итак, когда мы используем обычную атаку после навыка, она приходит в усиленное состояние. Собственно говоря, это усиленное состояние нам не особенно важно, потому что самый главный смысл нам сейчас это сбить полоску уязвимости. Это, в принципе, главный, наверное, минус всех брейк-команд, потому что вам в первую очередь нужно именно заниматься тем, что сбивать полоску уязвимости противников. И если вы ее не сбили, то ваши персонажи ничего толком меняемого сделать и не могут. И, конечно же, я думаю, что вам это первое, что пришло в голову. В игре есть враги, есть боссы, которые могут брать и отключать свою полоску уязвимости, то есть просто отключать урон по ней. И да, в этом случае действительно могут возникать определенные проблемы для этого отряда, но надо понимать, что абсолютно у любого босса, у любого врага, который обладает такой механикой, есть определенная черта, с помощью которой можно вернуть ему эту самую полоску, поэтому проблем с этим быть не должно.
Итак, давайте продолжим. Эта уязвимость уже была пробита, и мы наконец-то можем пробить с помощью обычной атаки уязвимость врага. Сейчас мы получим 165 тысяч урона. Важный момент, который также хотел бы отметить, посмотрим, когда еще, возможно, характеристики Бутхилла, я это еще раз отмечу. Вам абсолютно не нужно на Бутхилле собирать ему крит урон, крит шанс, ни силу атаки, это все нам не требуется. Чтобы Бутхилл хорошо наносил урон и давал такие цифры урона, вам просто нужно упороться в брейк. Вы можете это легко заметить просто вот по этой статье. 413% брейка. Это очень много на самом деле. Ну, можно еще больше добиться, но это хорошо. И у него вот такой вот крит шанс и крит урон. Дело в том, что благодаря своим следам Бутхилл может заливать себе крит урон и крит шанс, который будет скейлиться от его эффекта пробития, что на самом деле очень выгодно. Но на самом деле, вот с моей точки зрения, надо было немножко подобрать все-таки больше крит шанса, чтобы, возможно, он чуть чаще критовал, получался чуть больше урон. Но это не так принципиально. В любом случае, это довольно важная характеристика для него, конкретно именно эффект пробития. В то время как криты и остальное не так важны. Ну и, конечно, не стоит забывать про скорость. Да, очевидно, что скорость для Бутхилла довольно важна. Ведь в брейк-команде, в принципе, очень важна скорость, чтобы как можно быстрее была возможность сбивать уязвимости противников. В принципе, эта команда получается еще не очень дорогой по очкам навыков. И вот прямо сейчас, в принципе, вы можете заметить, что враг получит, наверное, наибольший урон из возможных, потому что все бафы на персонажах прожаты, и давайте посмотрим, что же сможет выдать нам Бутхилл. Итак, с атаки плюс доп тычки он дал 156 тысяч урона. В принципе, неплохо, опять же, у меня получалось и больше, но это не сильно большая проблема, ведь в любом случае враги умирают даже на 12 этаже забытого зала. Самое главное, что нам сейчас пока что не понадобилось использовать ульту Бутхилла, на самом деле она крайне полезна, ведь она накладывает физическую уязвимость на выбранного противника. И нам это пригодится сейчас во второй половине с некоторыми мобами, у которых там нет уязвимости. С точки зрения геймплея, мне брейк-пачки понравились не очень сильно, то есть я доволен уроном, который тут получается, но этот стиль геймплея будто бы немножко не для меня. Возможно, именно по этой причине, передумав, я в итоге решил выкрутить топаз и зарянку. Потому что я не вижу, чтобы я мог получать прям какое-то гигантское удовольствие от этого геймплея. С точки зрения меты это, конечно, сильно, но с точки зрения геймплея для меня это скучновато. Но это все еще не отменяет того факта, что урон получается просто гигантский. Итак, Бутхилл сейчас опять же вантапнет. Видите, тут приходится чуть дольше ждать врагов, потому что все-таки мы играем за персонажа пути охоты. А из-за того, что мы играем за персонажа пути охоты, то нам приходится выжидать ход этого персонажа, чтобы совершить как можно больше атак и нанести самый массивный урон. Но с точки зрения урона, Бутхилл, наверное, находится на данный момент в топе 1 среди всех охотников в игре, потому что его урон, ну, очень тяжело перебить кем-то еще. Итак, как видите, у него еще и настолько сильное снятие полоски уязвимости от его обычной атаки после Ешки, что он может снести своей обычной атакой половину шкалы выносливости вот этого противника. Это на самом деле довольно много. Не будем, конечно, забывать про то, что это также и преимущественно польза от Жуань Мэй, которая своей Ешкой также дает баф на пробитие шкалы уязвимостей, но в любом случае это довольно неплохой показатель. Итак, давайте посмотрим, какой урон сейчас получится дать. Итак, 270 тысяч урона. Благодаря тому, что мы получили и брейк уязвимости, и при этом еще и Бутхилл совершил свою дополнительную атаку. Жоньма опять обновляет свою Ешку, теперь у нас есть готовая ульта. Кстати говоря, получается, что этот урон Бутхилл выдал даже при условии того, что он не находился прямо сейчас под действием ульты Жоньмы. То есть, возможно, мы могли получить еще больше урон, да, 300 тысяч урона. Ну а теперь пришло время непосредственно вынести самого гепарда, что на самом деле для нас будет, ну, довольно просто. Итак, мы можем просто выполнить, допустим, атаку сюда и теперь использовать ульту на Бутхилле. Да, и сейчас мы с помощью этого сделаем так, что спокойно обычной атакой после Ешки снесем выносливость гепарда. Что ж, давайте так и сделаем. И посмотрим на тот урон, который мы получим теперь. 516 тысяч урона. Ну, то есть вы понимаете, что действительно Бутхилл по факту сейчас является сильнейшим охотником в игре. Никто его пережать по урону, в общем-то, и не сможет. Ни Рацу, ни уж тем более Топаз. Да, и зелье, максимум, что с ульты может когда-нибудь выдать такой урон. Но и то при намного больших вложениях, чем тех вложениях, которые я сделал тут. Поверьте, на самом деле, реликвии на персонажах у меня стоят не самые сильные. И можно было забилдить все куда сильнее. То есть, в принципе, это довольно хороший показатель. Но давайте не будем лукавить, сейчас мы попробуем сделать фри-то-плей билд после этого раунда и посмотрим на то, насколько же изменятся наши циферки. Потому что лично я хороших альтернатив Бутхиллу фри-то-плейных не вижу.
Потому что конус Бутхила, он хорош, но вот что делать, если у тебя нет этого конуса? Вопрос все еще открытый. А как вы понимаете, это довольно удобный геймплей, я возможно немножко не соблюдал ротацию, да, в каких-то местах, но это не так уж и важно. Как видите, брейк наносит довольно немало урона, что довольно очевидно, но в ближайшее время все внимание разработчиков будет приковано именно к брейк-командам, к брейк-эффекту, поэтому ожидайте, что все будущие персонажи, ну или почти все дамагеры уж точно, будут играть так или иначе с этой механикой. Ну, я хочу сказать наперед, что нам реально не хватает сейчас саппортов, которые могли бы дать нормальный буст к урону брейка. Мы просто буквально закрыты в одной команде, где буквально есть только один хиллер, который может нас бафнуть, есть только один персонаж гармонии, который может дать нам баф, и только один персонаж, который может позволить нам давать огромный урон, а именно ГГшка, потому что без него супер брейка просто не будет. Но в любом случае, давайте попробуем перейти к фри-то-плею в сборке. Ну а теперь давайте немножко рассуждать. Итак, у нас есть вот хил, и нам надо выбрать на него подходящий световой конус. И что ж, давайте думать. Легендарные варианты все отпадают, потому что по факту это не выгодные для нас альтернативы, крит шанс не очень-то и нужен, сила атаки повышения тоже нам ничего не даст. Возможно, может подойти нам фехтование, потому что оно повышает именно урон по врагу, но это звучит все еще не самым приятным образом, хотя, наверное, это лучшая альтернатива среди эпиков, которые я сейчас, по крайней мере, вижу. Возможно, к моменту гайда это поменяется, но пока что, наверное, фехтование мне кажется самым привлекательным. Давайте наложим фехтование до 5-го наложения, я думаю, что никто не будет с ним спорить. Ну или давайте остановимся на, пожалуй, 3-м наложении, чтобы прям не уходить совсем в pay to win. Давайте оставим пока что так. Сделаем 3-е наложение и поставим этот конус на Бутхила. Мы потеряли довольно немало брейка, у нас теперь 200% вместо 260, которые были. Но я надеюсь, что это не будет для нас сильно большой проблемой. Посмотрим, как это скажется на нашем геймплее. Ну, естественно, давайте с Жуань Мэй тоже снимем ее сигнатурный конус и поставим что-нибудь другое. Я думаю, что как альтернативу можно поставить, в принципе, еще один конус Коколи. Потому что я думаю, что у многих он может находиться в двойном экземпляре. Если нет, то в следующий раз обязательно его не тратьте. Потому что это реально, ну, лучший вариант, который можно поставить на двух этих персонажей. Как видите, и там, и тут это первое наложение. То есть можно намного сильнее. Намного сильнее можно, просто я этого не делаю. Поэтому мы смотрим именно free-to-play билд. Что ж, и все, это в принципе все, что нам надо поменять. В остальном команда наша не меняется, и давайте смотреть, что и как у нас теперь будет в игре. Что ж, давайте смотреть. Итак, снова используем Ешку для нормальной ротации. И давайте посмотрим на то, что сейчас может показать нам в принципе Бутхил. Мне кажется, что падение урона будет не самым значительным, и мы сможем получить все равно довольно приятные цифры урона. Возможно, конечно, я ошибаюсь, но давайте смотреть. Давайте подготовимся сразу, чтобы максимально много урона внести по противнику, когда сейчас пробьем ему уязвимость. Главное, чтобы дебаф не наложили на Бутхила. Да, снова дебаф был наложен на Бутхила. Что ж, ладно. Придется снимать этот дебаф с помощью Галлахера, так подразумеваю. Да, мы снимаем дебаф, но, блин, он будет ходить чуть позже, поэтому это нам немножко не помогает. Давайте используем ульту Галлахера, хотя он и снимет уязвимость, но все равно я думаю, что это будет не так уж и плохо для нашего итогового урона. Галлахер снова дал 100 тысяч урона благодаря супербрейку. Как же я обожаю ГГшку, это просто что-то с чем-то. Его супербрейк просто великолепен, это очень классно. Ну и давайте уж тогда вдарим в этого же врага еще 80 тысяч урона. Так, ну и теперь наконец-то мы снова подошли к использованию Бутхила. Давайте используем ульту Жуань Мэй и попробуем внести еще раз урон. У нас, к сожалению, накопились не все стаки, но все равно мы получили 136 тысяч урона. Что, кстати говоря, ну, довольно неплохо. Пока что мы проходим приблизительно с такой же скоростью, хотя этот моб, по-моему, в прошлый раз у нас умер чуть быстрее, но я не думаю, что это как-то скажется на итоговом прохождении, мы все равно сможем это пройти. Возможно, за большее количество циклов, что само собой разумеется. Так, я наложил на этого врага физу язв, что, в принципе, и надо, если он вдруг восстановится, хотя это маловероятно. Выполняем еще одну атаку, добиваем противника. Отлично. И давайте теперь проверим, что же у нас получится, когда мы сможем дать урон по вот этому противнику после всех стаков на Бутхиле. Итак, мы совершаем выстрел. Но в любом случае урон получается по 150 тысяч. Против прошлых 220, если я не ошибаюсь. В целом это все еще нормально. Давайте уже закончим эту половину и перейдем сразу непосредственно к гепарду. Потому что тут и Галлахер отлично справляется, без Бутхила. Зря я использовал ульту какая-то до того, как начался его ход, но да ладно, неважно. Что ж, хорошо.
Дуэль. Мы можем дать сейчас, по моей идее, максимальный урон. Мы получаем 120 тысяч. Это на самом деле не максимум, который мы могли бы получить, потому что все-таки он, видно, не кританул. Но все равно это нормально. А опять же, вы можете по футажам сейчас сами судить насчет полезности и удобности команды, играющей от брейка. Как видите, я, возможно, еще немножко не соблюдаю ротацию, с чем я, скорее всего, не буду спорить. Возможно, можно все сделать еще проще. Но пока что мне не очень нравится то, как мне приходится играть для того, чтобы максимально удобно отыгрывать в такой команде. Но в любом случае, Бутхилл дал 184 тысячи урона. В целом это, ну, приемлемо. То есть урон упал на самом деле довольно значительно именно в перспективе урона максимального, который мы видели там, да, в районе 500 тысяч. Тут мне кажется, что урон максимальный будет в районе 250 тысяч, я предполагаю. Посмотрим, конечно, возможно, будет все немножко лучше, но пока я вижу только такие перспективы. Что ж, давайте еще раз совершим атаку в этого же моба. У него стоит статус со щитом. И давайте сразу же тогда... О, я не успел, ладно, это ничего страшного, потому что мы еще не пробили уязвимость. Что ж, давайте посмотрим, сможем ли мы что-то сделать теперь с уязвимостью гепарда, пока не встал второй враг. Кстати говоря, сейчас уже скоро начнется ход этого врага, это проблема. Но, кстати говоря, Галлахер дает реально урон, сопоставимый с тем же Бутхиллом, в каком-то смысле, потому что брейк же бафается для всех. Из-за того, что у нас есть команда ГГшка, у нас есть урон суперпробития, и, соответственно, получаются довольно хорошие и приятные цифры. И да, этот фраг снова восстановился, но благодаря тому, что у нас есть Жуань Мэй, мы можем спокойно его добить. И получить 127 тысяч урона, ну, что тоже довольно приемлемо. Кстати говоря, мы не смотрели на статы Бутхилла, мы получили что-то в районе, да, 350 эффекта пробития, опять же, ну, на сотку меньше где-то в среднем, да, то есть, ну, не такие прям, даже чуть меньше. То есть, по факту, конус нам, наше вот 60% с конуса мы и теряем, по большей части. Вот, ну, еще потеря с Жуаньки тоже, то, что у нее конус не ее сигнатурный стоит, это дает свои плоды. По идее, сейчас нам должно хватить, да, усиленной обычки Бутхилла, чтобы сбить уязвимость гепарда и посмотреть на то, какой урон мы получим. Вроде как сейчас на Бутхилле все бафы, и мы получили 400 тысяч урона. Но на самом деле не так уж и плохо. То есть Бутхилл даже в фри-то-плей нашем билде что-то может делать. Хотя показатели все еще, ну, отличаются значительно. В какой-то степени. И 357 тысяч урона, и он умер. Когда вы атакуете именно одну цель, то есть босса, это действительно довольно удобно. То есть получаются довольно красивые цифры и так далее. Потому что у нас стоит фехтование на гепарде, у нас, соответственно, намного проще настакивать урон по одному противнику. Но, с другой стороны, фри-то-плей билд показал, что он вполне себе возможен и даже может неплохо работать. Мы получили все равно значительно большие цифры, которые, может быть, уступают некоторым дамагерам, но не прям чтобы очень сильно. Показатели урона все еще получились довольно приятными. Но не буду лукавить, возможно, можно было бы и лучше. И лучше подождать пока что будущего обновлений, будущих конусов, которые смогут показать куда лучшие результаты. Впрочем, это увидим уже чуть позднее. Ну и теперь пришло время подвести итоги относительно Бутхилла, по крайней мере предварительные итоги, потому что реальные итоги будут подведены мной уже в гайде на этого персонажа. Сейчас я завален довольно большим количеством работы по Wuthering Waves, поэтому я не представляю, как я буду делать гайд, но пожелайте мне в этом удачи. Главной наградой для меня будет ваша подписка и комментарий, ну, естественно, лайк под видео. Итак, возвращаемся к теме. В этом видео могло быть довольно большое количество моих ошибок, я мог оговариваться, мог говорить немножко неправильные вещи про персонажа, я заранее извиняюсь, все-таки это первая запись, по факту я не тестировал этого персонажа до того, как показать это видео, чтобы были хоть какие-то первые впечатления. Я только собрал персонажа, может быть, немножко посчитал его механики для этого, и все. Больше я ничего не делал. Бутхилл мне в целом более чем понравился, у него довольно приятный геймплей, но он все-таки не для меня, поэтому я бы его забирать не стал. Но если вы фанат охоты, допустим, или вам нравится играть в экзотических отрядах, то мета-пробитие для вас, вперед выбивайте Бутхилл, это реально хороший вариант. Потому что цифры урона он показывает заоблачные, если его собрать довольно сильно, то получится очень большой урон. И я думаю, что будущие персонажи не смогут, скорее всего, с ним настолько уж прям сильно как-то конфликтовать. Я думаю, что его урон все еще будет большим, и он не потеряет актуальность за один патч. Хотя, кто знает, в ближайших патчах нас ожидает та же самая, допустим, Светлячок, которая вполне себе может оказаться сильнее, если она вообще будет играть от брейка. Но мое предположение, что скорее всего будет, потому что сейчас будет делаться на это ставка. В принципе, вот мое предсказание, с Бутхилла начинается мета-пробитие, и дальше вы будете хотя бы раз в патч видеть персонажа, который так или иначе будет бафать эту мету. Просто поверьте мне на слово. Что касается конкретно команд сейчас нет,
Вы можете поменять максимум, что в этой команде только саппорта, с Галлахера на Фусюань условную, возможно поставить какую-нибудь, ну хотя Хоха тут не особенно сильно нужна, только заливать энергию и все. То есть по факту у вас не особенно это и большое количество альтернатив к этой команде, их в принципе нет. ГГшка вам обязателен, Жуань Мэй вам обязательно, чтобы снимать шкалу уязвимости. То есть будьте готовы к тому, что этот отряд будет у вас всегда именно таким. Если у вас эти персонажи заняты чем-то другим, то вам придется их освободить и использовать так. Собственно говоря, поэтому в этом видео было не так много тестов, потому что показывать толком и нечего. Мы просто видим, что у нас есть один отряд, есть там парочка фри-то-плей альтернатив, в случае Будхила одна альтернатива, да, в лучшем случае. И все, и мы дальше варимся в собственном стаку, играем вот такой пачкой и ничего не можем другое пока что получить. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что, возможно, выйдут еще саппорты под брейк. Возможно, будет более интересный аналог Жуаньки. Может быть, там будет вообще кто-то, кто будет поглощать там за один раз все эти полоски уязвимости и давать разгуляться персонажам от брейк-эффекта. Но пока что вам нужна Жуань Мэй, и с этим никак никуда не деться. Я думаю, что реран Жуань Мэй будет довольно скоро, приблизительно в следующем патче. В какой половине, конечно же, мы узнаем уже на стриме разработчиков, но я думаю, что разработчики все подгонят так, чтобы все нужные вам персонажи для этого отряда были в ближайшее время в баннерах. Ну, как мы уже это видим, у нас есть, допустим, в следующей половине Фусюань, которая для, на самом деле, Будхила будет довольно неплоха во многих режимах, где по Будхилу будут давать огромный урон, потому что Будхил из-за своей особенности с Ешкой получает увеличенный урон на 15%, это значительное увеличение, на самом деле, и я предполагаю, что где-нибудь в условном рое, и уж тем более в шестеренках, его вполне себе будет спокойно вантапать, выносить с одного раза, поэтому предположу, что лучше будет использовать под него именно какую-то Фусю. Но с точки зрения урона, Галлахер, конечно, будет давать ему больше всего полезного. Также, на самом деле, Будхилу не надо его криты как-то увеличивать толком. Да, вам нужно только немножко добавить крит шанса. И все, этого, в принципе, хватит, чтобы он у вас хоть как-то критовал. Потому что крит урон, все остальное заливает с помощью его особенностей. И ничего от вас больше не требуется. Главное, это прям максимум-максимум эффекта пробития. И все. И процентов 20 крит шанса. Все, это все, что от вас требуется. Потому что все остальное зальется от пассивок Будхила. Ну и на этом у меня все. Надеюсь, что мой обзор вам понравился. Еще раз извини за все свои ошибки, за оговорки. Надеюсь, что в будущем у меня будет больше времени, когда-то я все-таки сделаю нормальный полноценный обзор на персонажа, без вот этого вот просто сидения напротив микрофона и разговора с вами, а прям полноценный обзор, где я напишу сценарий и наконец-то расскажу вам что-то нормальное. Но сомневаюсь, что с текущим моим графиком это будет получаться очень легко. В любом случае, еще раз огромное спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите в мой телеграм. Там все самые свежие новости по Honkai Star Rail, Wuthering Waves, Zenless Zone Zero и всем последующим гачам, которые только есть на этом свете. Ну а с вами был Зефёр Зодиакей, всем пока-пока.